лет 20 тому назад, да какой 20, уже, пожалуй, что и больше, мне уже доводилось идти вот по этой лесной дороге. Именно в такую погоду, потому что это были либо зимние каникулы, либо ноябрьские праздники. На дворе еще стояла советская власть, трудящиеся дружными колоннами вливались в праздничную демонстрацию на Красной площади. Ну а мы, небольшая компания единомышленников и друзей, исчезали из дома и отправлялись в наши экскурсии паломничества. Можно, наверное, это охарактеризовать так. Мы путешествовали по подмосковным обителям. И вот эти путешествия мы начинали в те времена, когда большинство монастырей было закрыто, использовалось под различные нужды или не использовалось никак, ну а завершали где-то в течение 2-3 лет, когда началось возрождение монастырей. Компании были дружные, потому что состояли из единомышленников. И вот однажды мы забрели вот этот тихий уголок. Тихий, несмотря на то, что рядом здесь станция Вострякова, неподалеку село Битягово Домодедовского района Московской области. Но здесь вот какой-то удивительный заповедник. И по описаниям, гидом у нас был мой друг, а впоследствии кум, который занимался историей подмосковных монастырей как профессионал, здесь должен был находиться Серафимо-Знаменский скит. Ну, о том, что мы увидели тогда, несколько слов немного позднее, но о том, что увидим сейчас, увидим все вместе. Сейчас состоится моя встреча с этой обителью по прошествии более чем 20 лет. И вот в этих наших путешествиях, прогулках, паломничествах по подмосковным монастырям нас всегда сопровождало чувство тревожно-радостного ожидания. Ну, радостного понятно, потому что сначала мы что-то читали о том месте, куда собирались направиться, ассоциировались какие-то определенные имена святых людей, подвижников и героев веры, и мы надеялись как-то ощутить, может быть, их незримое присутствие. Ну, а тревожное тоже понятно, потому что монастыри в то время были заняты, скажем, прямо разными организациями. Это могла быть психиатрическая лечебница, учреждение тюремного типа, воинская часть. Мы просто тогда не попадали на территорию, могли только смотреть все это извне. Ну, мог быть более мягкий вариант, пионерский лагерь, база отдыха, какой-то пансионат. И, собственно, вот в данном случае был как раз такой мягкий вариант. Причем все здания были уже довольно заброшенные. То ли был не сезон, то ли уже действительно предприятия тогда не могли, были не в силах содержать вот эти свои базы отдыха. Мы побродили между этих домиков келий, полюбовались храмом. В целом, по счастью, архитектурный ансамбль обители сохранился. Ну и вот впечатление было такое, что попали в какую-то декорацию, очень хорошую декорацию начала века, ну скажем, Коперебская Витянка. Ну а когда пригляделись, когда потом уже обратились к истории создания Серафимо-Знаменского скита, поняли, что никакой тут декоративности нет, есть определенная соразмеренность. Вот на мой взгляд, это как раз те самые объемы, в которых человек должен жить, существовать, самые нормальные, естественные, и без дворцовых потолков, и без комнаток-клетушек. И кроме того, мы узнали и как-то постарались тоже осмыслить те идеи, которые были изначально заложены в этом архитектурном ансамбле. Они удивительны и уникальны. О них мы обязательно должны поговорить. Вообще символика заложена, конечно, в архитектурном ансамбле любого монастыря, но за давностью минувших лет нам не так легко и бывает читать, ну, скажем, о символике древнерусских обителей гадают, на мой взгляд, с разной степенью достоверности современные искусствоведы. Конечно, внутреннее монастырское пространство всегда воспринималось как образ райского сада, того небесного состояния, к которому человек стремится при прохождении своего жизненного подвига. Поэтому монастырский дворик всегда ухожен, здесь произрастают цветы, деревья иногда весьма экзотические, плодовые деревья, кустарники, ну, одним словом, райский сад. Здесь символика несколько иная. Серафимо-Знаменский скит, на территории которого мы находимся, задумывался
как образ небесного Иерусалима, Церкви Христовой, торжествующей на небесах. И прежде всего эту символику воплощал в себе храм. Обратите внимание на его завершение. Храм выдержан в древнерусской стилистике, и обычно вот эти ряды кокошников, которые восходят к куполу, к одному или к нескольким куполам, они символизируют в понимании людей Древней Руси, мастеров, зодчих, Голгофу. Голгофа – гора, на которой был распят Спаситель, и кокошники восходят и венчаются крестом, орудием нашего спасения. Здесь кокошников ровно 32. И венчает эту горку кокошников единая глава, символизирующая Спасителя. А всего получается 33 по числу лет земной жизни Иисуса Христа. Кроме того, интересны домики кельи. Всего их задумывалось 12, некоторые со временем были утрачены, их пришлось воссоздавать, но уже по имеющимся образцам. Вот каждая из этих келий посвящена одному из 12 святых апостолов, ближайших учеников Христа Спасителя. И инокини, которые проживают в этих кельях, именно этого апостола считают одним из своих небесных покровителей. И даже здесь существовал обычай праздника в день памяти небесного покровителя кельи. Скажем, святого апостола Андрея Первозванного, огласившего евангельским учением исторические пределы нашего Отечества. Над главным входом в монастырь небольшая звонница с набором маленьких колоколов, служившая в свое время также и сторожевой вышкой. Ну а врата обители, по крайней мере, в нынешнем исполнении, напоминают нам царские врата. В храме они украшены крестом виноградной лозы, об этом немножко позднее, и гроздьями винограда. Символика понятна, это символ Евхаристии. Надо сказать, что послушание привратницы в том еще первоначальном Серафимо-Знаменском ските, который просуществовал до 1924 года, было одним из самых трудных, потому что сестрам приходилось самим оберегать собственный покой. Поэтому и монастырская стена, о ее символике мы обязательно еще поговорим, служила не только некой символической оградой, как уже в поздних монастырях, да, которая отделяет избравших иноческое житие от мира с его соблазнами, но и, в общем, вполне конкретным целям, ограждая монастырь от лихих людей. И здесь вот у этих ворот иногда тяжелые голодные годы, потому что, посмотрите, история скита попадает на мирное время-то совсем немного. Потом начинается революция, гражданская война и потом уже наступление на церковь, в результате которого скит был закрыт. Иногда здесь матушки по утрам находили мешочки с мукой. Их приносили местные жители, может быть, из желание по-евангельски подать тайную милостыню, может быть, из опасения, что их обвинят в сочувствии монахиням, которых, несомненно, считали за контрреволюционный элемент. Вот эту тайную милостыню, конечно, с благодарностью принимали. А вот выходить за скит строгая матушка не благословляла. Выходить для того, чтобы просить милостыню, собирать что-то там, какие-то продукты на обитель, даже в самые голодные годы этого здесь не было. Скитский двор квадратный в плане. Каждая сторона квадрата 33 сажени. Вот каждый из прясел вот этой сохранившейся частично стены, ограждающей скит, протяженностью 33 сажени по числу земных лет жизни Спасителя. Более того, согласно первоначальному уставу, здесь в скиту одновременно должны пребывать 33 насельницы, 33 скитянки, опять же, тоже по числу земных лет жизни Спасителя. Пространство, где находится храм, где находятся эти домики кельи, посвященные святым апостолам, ограждается от хозяйственного двора, куда вел отдельный вход, была еще лесная калиточка, ну и, как мы видели, главные ворота, увенчанные такой вот башенкой-звонницей. Вход в скит посторонним не разрешался. Посторонние не могли даже присутствовать на скитском богослужении. Ну, вообще, что такое скит? Что такое скит? В чем его отличие от монастыря? Первое, что приходит на ум, это маленький монастырек. С
небольшим числом насельников или насельниц, филиал монастыря, можно так сказать. И такое значение есть у этого слова. Но изначально скитская пустыня, начало монашества, рубеж 3-4 веков, когда монашество представляло собой массовое движение египетских христиан, которые шли навстречу искушениям, навстречу подвигам, с тем, чтобы подвязаться против дьявола. И все это описано в патриарках, многочисленных житиях святых. Так вот, скит – это пустыня, где подвязаются более совершенные. Человек, вступающий в монашество, но не имеющий еще достаточного опыта подвижничества, может только с благословения Аввы уходить потом в пустыню, когда он станет более совершенным. Вот это вот понятие «монастырь» и «скит», оно идет еще оттуда. И вот наши русские скиты, как правило, отличаются более строгим уставом, более строгим распорядком жизни, нежели просто общежительный монастырь. И надо сказать, что эти правила здесь были, о них мы обязательно поговорим. Скажем пока лишь только, здесь было все очень четко расписано. Не только распорядок богослужений, послушаний, трапез. Здесь предписывалось в определенное время молчать, в определенное время заниматься богомыслием, о чем думать даже было прописано вот в этих самых уставах. Но пока обратимся еще к внешней истории монастыря. Когда я впервые попал сюда, в Серафимо-Знаменский скит, это название мне почти ни о чем не говорило, в том смысле, что я слабо представлял себе здешнюю историю. Ну, понятно, в путеводителях того времени он не значился, хотя в 20-е годы приезжавшая сюда специальная комиссия определила его как выдающийся церковный памятник. И настаивала, кстати, на его бережном сохранении, что, может быть, отчасти положительным образом сказалось на судьбе церковных зданий. И уж никак все эти здания у меня не ассоциировались с личностью основательницы скита. Но вот, бродя тогда между этими постройками, тогда совершенно заброшенными, я вдруг начал узнавать, что где-то я обо всем об этом читал, об этих домиках, кельях, об изящной маленькой церкви, которую заложено столько символики. И вспомнил, среди произведений церковного и околоцерковного самиздата, которые хранились у меня дома вместе с молитвословом, отпечатанным на ксероксе, и с бабушкиным Евангелием, лежала машинопись. Какой-то там четвертый экземпляр, еле читаемый, называлась она «Сокровище Веденских гор». Автор тоже был обозначен, что не так часто случалось в самиздате, А.А. Солодовников. Потом я узнал, что автором этой замечательной книги, посвященной подвижникам благочестия, погребенным на немецком кладбище в Москве, которое именовалось Веденским или иначе Веденские горы, был Александр Александрович Солодовников, ну, мой старший современник. Он был того возраста, к которому относились мои там бабушки, дедушки. Он родился в конце 19 века и скончался в 1974 году. Человек из очень хорошей семьи московской, очень одаренный, талантливый. Он знал несколько иностранных языков, мог заниматься переводами, музицировал, пробовал себя на ниве живописи, но главным образом он был поэтом и духовным писателем. 20 лет он провел на Колыме, в колымских лагерях и на спецпоселении. В 1957 году вернулся в Москву и стал прихожанином храма Богоявления в Елохове. У него есть очень грустные стихи, это неудивительно, но все равно они пронизаны каким-то светом. И вот таким же светом пронизана история, которую он рассказал о схиигумене Фомаре, которая является основательницей Серафимо-Знаменского скита. Ну а потом уже я увидел ее портрет из череды портретов, которые Павел Дмитриевич Корин готовил для своей картины «Русь уходящая», картины так и не состоявшейся, но поражающей даже на уровне отдельных эскизов. Эту картину, близко знавший Корина Горький, назвал «Русь уходящая», хотя сам Корин наименовал ее «Реквием». Первоначально в скиту предполагалось построить каменную ограду со звонницей и небольшую каменную часовню.
Автором проекта был архитектор Стеженский. Но и старожилы, и местное предание позволяют говорить об авторстве другого архитектора. Ну и главным образом некоторые особенности почерка этого зодчего свидетельствуют в пользу предания о том, что автором проекта храма Серафима Знаменского скита является никто иной, как академик архитектуры Алексей Викторович Щусев. Человек, принадлежавший кругу людей до революции, которых можно по их воззрениям назвать поздними славянофилами. Круги эти были близки к императорской семье, к великой княгине Елизавете Федоровне, известной княгине Милосердия, основательнице Марфо-Мариинской обители, где, кстати сказать, Щусев проектировал Покровский храм. Кроме того, Щусев строил храмы на Куликовом поле, храм-памятник во имя преподобного Сергия Радонежского, Троицкий собор Успенской-Почаевской лавры на Волыни и храм-памятник во имя Преображения Господня на Братском кладбище. Как видим, все, что Щусев строил, он строил как раз вот приблизительно в таком стиле, в котором решен и храм Серафима Знаменского скита. Вообще, про Щусева говорили, что по народным поверьям человек, построивший 100 храмов, непременно спасется и наследует Царствие Небесное. Ну, конечно, это очень такая вольная народная интерпретация, тем более, что 100 храмов Щусев не построил. Ну, а потом начались другие времена, и мы знаем, что он является автором проекта известной постройки на Красной площади. Ну, вот такой поворот судьбы. Ну, а самое последнее, что он совершил в этой земной жизни, это надгробие святейшего патриарха Сергия Старогородского в Богоявленском соборе в Елохове. Проект храма Серафима Знаменского скита реализовали быстро. Строили храм с 1910 по 1912 год. Кстати, получается, что это один из последних построенных и освященных до революции подмосковных храмов. Ну и получилось, конечно, не часовня, а храм. И даже два – верхний и нижний. Верхний освящен в честь иконы Божией Матери Знамени, чтобы не говорили знатоки русского языка в церковной традиции, это знамение, а не знамение, и преподобного Серафима Саровского. И нижний храм святой равноапостольной Нины, покровительницы Грузии. Вот мы с вами сейчас пройдем туда. Первоначально предполагалось, что здесь, в крипте, подземном помещении, будет располагаться не только храм, но и усыпальница. Матушка Фомарь предполагала, что она найдет свое последнее земное пристанище именно здесь. Господь судил иначе. Еще храм напоминает катакомбы, где для молитвы собирались первые христиане. Здесь есть соответствующие орнаменты и символика. А вот это крест виноградной лозы, крест святой Нины. Слово «крест» по-грузински звучит как «джвари». Но каждый, кто знаком с историей обращения Грузии, Древней Иверии ко Христу, конечно, этот символ хорошо знает. И здесь же икона Спасителя. Это точная копия одного из древнейших изображений Господа Иисуса Христа, которое находится в одном из грузинских музеев. А вот это вот характерная для катакомб символика, монограмма Христа, Христос. Ну и мозаика, действительно напоминающая. Те, кто бывал, скажем, в римских катакомбах, все это для них очень узнаваемое. И образ святой Нины, святая равноапостольная Нина, просветительница Грузии, вот в руках держит этот крест виноградной лозы, две ветви, она их перевязала своими волосами и возвещала, воздвигая крест этот истины Евангелия, просвещая предков современных грузин. Иконостас тоже очень интересный и тоже напоминает традиции древнегрузинской архитектуры, древнегрузинские орнаменты, очень выразительные иконы Спасителя и Божией Матери, написанная на мотив песнопения, по мотивам песнопения грузинского «Богородица лоза истинная».
и образ мозаичный Георгия Победоносца, издревле почитаемого, особо почитаемого в Грузии. Почему так много здесь о Грузии напоминает? Потому что основательница Серафима Знаменского скита, матушка Фомарь, была грузинкой по происхождению, Тамара Александровна Марджанишвили. Дело в том, что фамилия ее Марджанова произносится на русский лад. Ее детство было связано с Грузией, получила она прекрасное образование, была из очень хорошей семьи, обладала великолепными музыкальными данными и вообще должна была учиться в консерватории. Но свое решение она изменила, оставшись 20 лет сиротой, лишившись родителей, она принимает решение поступить в монастырь. Этой обителью становится Бадбийский монастырь Святой Нины, расположенный примерно в 100 верстах от Тифлиса. Так тогда назывался город Тбилиси. Бадбийский монастырь – древняя святыня Грузии. Здесь находится могила святой равноапостольной Нины. Еще в V веке по распоряжению царя Вахтанга над этой могилой был воздвигнут храм усыпальницы. В XI веке он был надстроен царем Георгием I, надстроен храмом во имя святого великомученика Георгия Победоносца. Начиная аж с 8 века и по 18 столетие, Бадбийский монастырь был центром Бадбийской митрополии. Ну, а потом ситуация в Грузии известна. Постоянные опустошительные набеги то турок, то персов. Страна на грани распада, потом страна распадается, народ на грани исчезновения. От полного уничтожения Грузию спасла Россия, которая, единоверная нам страна, неоднократно взывала о помощи. Ну и затем, после того, как Грузия цвела, не опасаясь врагов за гранью дружеских штыков, как писал Лермонтов, начинается, ну, некоторая ее унификация в общем контексте Российской империи. Иного быть и не могло. В том числе касалась она и церковной жизни. Древняя грузинская церковь была включена в русскую православную, или, как тогда говорили, православную российскую церковь на правах экзархата. Но когда опасность геноцида миновала, многих из грузин это стало задевать. Мы говорим об этом, потому что все это имело некоторое отношение к судьбе матушки Фомари, потому что поступает-то она в русский монастырь в Грузии. Игуменья туда прибыла из Москвы. Это была матушка Ювеналия Повенецкая. И Тамару Марджанишвили постригли также в мантию с именем Ювеналии. Было в монастыре две Ювеналии. Ювеналия старшая и Ювеналия младшая. Монастырь был возрожден. Он находился в полном упадке, возрожден по указанию императора Александра III в 1889 году. Это, кстати, год вступления Тамары Марджанишвили в Бадбийский монастырь. И обитель процветала. Когда Ювеналия младшая сменила Ювеналию старшую на посту игумени, это 1902 год, в монастыре было около 180 сестер. При монастыре действовала школа. За его оградой для местных ребятишек такая самая школа самой элементарной грамоты, а вот шестиклассная школа для девочек находилась в самом монастыре. И там было 120 воспитанниц, которые содержались на полном пансионе. Но вот это вот положение игумени русского монастыря, как нам кажется, сказалось однажды на судьбе матушки Фомари, в то время игумени Ювеналии. Но об этом мы вам расскажем в следующий раз.